Семья находится в стрессе сейчас. Стресс побеждается солнцем. Когда тьма наступает, нужно солнце. Когда солнце восходит, тьма рассеивается сама. Вам не хватает силы сейчас в жизни. Много работаете, устаете. Вашей семье не хватает силы. Дети питаются силой от родителей. Родители от Бога. Вы ни от кого не питаетесь. Жена от мужа. Понимаете? Вам надо начать изучать, как правильно жить. Серьезно. И этим вы поможете всем, и своей дочери, и себе. Это прорыв в этом направлении будет знаменовать спокойствие в вашем сердце. Вот сейчас в вашем сердце отчаяние. Согласны? Вот это отчаяние, когда сменится спокойствием, с этого момента вы начнете помогать дочери. А спокойствие потом превратится в знание. Когда человек получает в сердце спокойствие в результате своей работы над собой, следующий этап его жизни — это знание, как помочь дочери. Эта болезнь обычно означает нехватка контакта с природой. Понимаете, это частая болезнь в наше время, она проявляется по-разному. Это может быть аутизм, это может быть какие-то вот эти вот заболевания сильной чувствительности, типа аллергия или болезнь Крона там, и так далее. Эти заболевания сильно высокой чувствительности означают нехватка защиты. Защитную энергию человеку дает природа. Это тоже как бы энергия Бога. Она для защиты предназначена. И детей таких, вот, и взрослых нужно учить контакту с природой. Нужно таким людям учиться быть ближе к природе. Есть разные аспекты природы. Кому-то нужно больше с водой иметь контакт. Причем даже внутренний контакт. Не обязательно целый день возле воды сидеть. Имеется в виду отношение в сердце, понимаете? Когда человек этот контакт получает, у него эта стихия, она успокаивается в организме и создается баланс. А врачи говорят, что это неизлечимо. Есть повышенная чувствительность, она неизлечима, повышенная чувствительность. Но она нейтрализуется повышенным контактом с чем-то. Вы знаете, вам надо просто, вот это наша тема, вам надо консультацию в моем центре пройти, пообщаться с моими помощниками, есть бесплатная консультация, и там все решим. Мы сейчас говорим о вас, не о вашей дочери, что вам надо делать, хорошо?